Всем привет! Вы на канале Папа Швей. В этом видео я вам расскажу секрет, который скрывает от нас производитель Джанаме в своих швейных машинах электромеханического класса. Ну и хочу начать с небольшого количества полезной информации. Ни для кого не секрет, что все электромеханические швейные машины имеют копир. Это такой механизм, который отвечает за количество строчек в швейной машине. В старых швейных машинах копир был наборной и состоял из нескольких дисков с различным рельефом по грани. И каждый такой диск на копире отвечает за определенный вид строчек. По нему скользит считывающий палец, вот он черный, и определяет, как на определенном виде строчки смещаться игле. В современных же швейных машинах копир идет цельнолитой, и производителю просто невыгодно делать множество пресс-форм для литья копиров. Поэтому они банально делают один и тот же копир для машины, к примеру, где мы имеем 15 операций и где мы имеем 17 операций. И просто для модели с 15 строчками они устанавливают ограничитель, чтобы вы не могли пользоваться дополнительными функциями. Ну, вроде бы как бы все честно, вы же за них не заплатили, но а мы попробуем их открыть. И давайте на примере 15 операционной модели, вот E-Line 15 Джанаме. И вот точно такая же машина, уже разобранная. Посмотрим, как можно увеличить количество строчек. На двух машинах устанавливаем рычаги управления строчками на режим шов-ракушка и, собственно, оверлочная строчка. И здесь делаем то же самое. Этот режим является последним, и дальше наше колесо уже не крутится. И при этом, как вы можете видеть, считывающий палец, вот он, стоит на предпоследнем диске. И дальше у нас есть еще один диск, на котором у нас имеются скрытые строчки. Теперь убираем колесо выбора строчек. И здесь мы можем обнаружить, вот он, наш ограничитель, который не дает считывающему пальцу перескочить на вот этот вот копир. Внимание! Если вы решили провести апгрейд своей швейной машине и открыть функции, которые были ограничены производителем, вся ответственность за изменения ложится на вас. Виновных искать не нужно. Я только готов подсказать, как это правильно сделать, но решение о изменении лежит именно на вас. Первое, что мы можем сделать, это просто спилить этот ограничитель, чтобы вот наш контролер перещелкался вот в это место вместе с копиром. Конечно, в таком случае нам придется разобрать швейную машину, поработать напильником или болгарочкой, спилить этот ограничитель. И тогда все это обратно собрать, и переключатель у нас будет работать как положено. Но можно обойти и не разбирать машину, а просто снимаем диск и вот этот вот рычажок перевести по часовой стрелке на одно положение. Все. Переключили на следующую операцию. Обратите внимание, если мы переведем считывающий палец на одно положение, вот щелчок прям слышно, он будет находиться на копире и с ним будет все в порядке. Но если случайно вы перекрутите, все, считывающий палец ушел в сторону, и теперь выбрать никакие строчки не получится, потому что все здесь становится заблокировано. Ну и в таком случае вам уже точно придется разобрать швейную машину, чтобы отвести считывающий палец в сторону и поставить все это дело на место. Теперь строчечки наши будут работать. Но если изначально убрать вот этот вот ограничитель, второй ограничитель не даст нам перескочить и соскочить с копира считывающему пальцу. Ну а теперь давайте посмотрим, какие строчки скрыл от нас производитель. Это была строчка в обычном режиме, а теперь переходим на трикотажный режим. Так, вот они наши две операции, как можем видеть. Тем, кто не верит, я поставлю рядышком вот этот диск, и вы можете попытаться их найти и сравнить. Итак, открыта новая функция, это двойной оверлочный шов. Кстати, его еще используют как псевдораспашивальный шов. И вот этот вот шов используется для сшивания лоскутов, а именно при пэтчворке. Ну, тот, кто занимается творчеством, знает, что эти две опции очень даже полезны.
Теперь я аккуратно возвращаю на одно положение обратно. Вот таким вот образом. И устанавливаю диск в исходное положение до щелчка. Все готово. Теперь все на своих местах. И здесь до края. Все готово. Вот такую тайну открываю для вас, чтобы вы могли пользоваться всеми функциями своей швейной машины. И если вы уже взялись за апгрейд швейной машины и хотите все-таки этих скрытых строчек, будьте внимательны, отнеситесь ответственно и помните, что вся ответственность именно на вас. Что я хотел бы еще добавить? Мы провели эксперимент над 15 операционной моделью E-Line 15. Полный список моделей я буду постепенно писать и проверять, какие модели можно сделать апгрейд, какие нельзя. Но буду оставлять вам в описании только те модели, в которых можно произвести апгрейд. К примеру, со швейной машиной Janames U-Line 500S, такие строчки, которые мы открыли в 15 операционке, они здесь уже есть, но эта машина тоже подлежит апгрейду, и здесь тоже на две строчки больше, чем говорит об этом производитель. И делаются они, в принципе, по тому же самому принципу, как и наша 15 операционка. Ну и, конечно же, это видео было бы недоступно, если бы не интернет-магазин Швейкин. Ссылочку оставляю в описании, который нам предоставил технику для нашего обзора. А также, внимание, подпишитесь на наш Instagram, ссылочка в описании. Там тоже выходят полезные ролики и все вопросы, которые у вас есть, на 99% они будут с ответом именно в Instagram. Если для вас было это видео полезным, ставьте нам лайк, подписывайтесь на канал. Будем рады вас видеть у себя. Пока!